помощников у нас тут очень много. Помогающиков. Терри, как и королевна, ей приносит кушать. Покушала? Вот это самый маленький сосет сиську. Так, а что вы все порезаете? Не надо объедать собаку. Я не поняла. Я сейчас... Папа будет ругаться, идите. Терри будет ругаться. Терри в шоке, иди отсюда. Терри, кушай, это твое. Так, ну быстренько все подвинулись. Терри сознательно, видите, у него самый маленький щенок, он его кормит отдельно. Так идите, куда вы, ты, боже мой, Терри, кушай, кушай. Что такое, ребята? Что вы такие наглые? Терри, я их прогоняю. Ты голодный или что? Я не поняла. Одну штучку взяла и ушла. Терри даже не жадиная. А папа выйдет и будет ругаться, что вы кушаете собачий корм. Идите. Терри, молодец. Терри, съешь, пока они не съели. Терри, кушай, кушай, маленькая. Ты же видишь, какие тут проглоты. Куда ты пробираешься? Медленно, нагло, медленно и проползает. С двух сторон атаковали. Иди. Иди, голодный птиц. Иди. Что, ругается? Иди на руку ко мне, быстро. Так, это Чарли. Засранец, значит. Что, вкусно? Ой, сейчас Терри вас даст. Ой, слушай, птица на редкость наглая. Мёдхен хоть так со стороны смотрит. Ну идите, ну это же, кажется, собачий корм. Терри быстро все съела. Это нереально. Терри, пойдешь на кухню кушать? Они тебя сейчас все съедят. На редкость голодная птица. На редкость. Давай сюда. Иди. Все, я их прогнала, Терричка. Кушай, кушай. Вот у нас самый маленький щенок есть. Самый красивый в мире. Терри ругается. Мёдхен. Молодец, Терричка. Поскандалила чуть-чуть и хватит. Кристина, иди. Так, мы сосем сиську? Ой, уже не сосем, уже. Ой, на. Мёдхен. Сейчас папа придет, будет ругаться. Мёдхен, а ну быстро иди отсюда. Ва. Хотят украсть у Терричка корм. Терричка, кушай, кушай. Мы не дадим попугаю, нет. Мы следим. Видишь, я сижу, отгоняю. Да. Так, кажется, там сзаду. И тикай быстро. Быстрее. Два лапа. Ой, Терри, такие эти попугаи, скажи, непослушные. Терри, ты можешь надоесть?
Ну, сейчас в холодильник поставлю. Давай. Иди, Мёдхен. Надо уговаривать. А кто там холодильник открывает? Наверное, или Марсель открывал, или Арчи. У нас два человека умеют открывать холодильник. Арчи и Марсель. Мёдхен, веди себя прилично. Вистери ругается. Терри, ну нет, чтобы взять и доесть. Доедай. Королевна. Вот. Такая королевна со своими маленькими щеночками. Размер щенков. Один вот такой прямо. Прямо, ну, как бульдог, а второй вот такой маленький, как щеночек. Вот. Вот скажи, один папу, один маму. Что ты говоришь? Что ты хотел сказать? Вот расскажи, Мёдхен. Так красивый ты тоже очень. Ты такой зеленый-призеленый. Видишь, какой красивый? Вот такой красивый. Я забираю корм, потому что, видишь, ты не доедаешь, а попугаи тут мучаются. Хотят твой корм. А я сижу, сторожу. Все, маленький уже наелся. Спит без задних лап. Забираем тарелку. В холодильник пойдет тарелка. Потом доешь попозже, через часик. Да?